Всем привет! Здорово! Это канал Новосибирец. Сегодня воскресенье, и мы решили записать первое видео из серии выпусков «Особо опасные приключения». В данных видеороликах мы будем посещать различные интересные, а также и опасные места нашего города. Вот. Будем изучать их, осматривать. В общем, будет весело и очень интересно. Погнали! Заводим наш Бэтмобиль. 3, 2, 1. Удар! Поскольку погода сегодня не солнечная, очки я решил все-таки снять. Сегодня посетим мы два объекта. Первый из них будет автодром, который я учился продавал. Насколько я знаю, в данный момент он заброшен. А второй объект будет аквапарк. Новый аквапарк строится в Новосибирске. Когда-то здесь было одностороннее движение, но теперь автомобилисты могут выезжать на главную дорогу. Вот он, мотодром. Ой, автодром, космодром. Посмотрим, что от него осталось. Забора нет. Забора нет. Раньше он был огорожен забором. Был поставлен замок на воротах, и посторонние люди не могли сюда заехать. Автодром принадлежал одной автошколе. Вот она, горочка. Попробуем заехать. Отлично, экзамен сдан на пятерку. Сейчас здесь какое-то охранное предприятие. Это обращение к начинающим автомобилистам. Никогда не гоняйте, как я. Диман уверенно тронулся. Это очень опытный автомобилист. На его счету не менее десятка угонов автомобилей. На каких, братан, ты тачках ездил? На всяких. На субариках, на сурфе, помнишь? Да. На жигулях. Ну, жигули. И у нас, как бы, на данный момент. Жигули. Плавно. Руль. Почти гидравлика. Почти. Не зря в спортзал ходит. Все отлично. На самом... Одной рукой можно крутить руль. Да, многие люди жалуются, что в русских автомобилях руль как в бетон вкопан. А на что я могу вам сказать? Ребята, ходите в тренажерный зал, занимайтесь спортом. И будьте уверены всегда в себе. Отличный совет на сегодняшний день. Приехали мы к месту назначения. Вот он, аквапарк. Посмотрите просто на масштабы сооружения. Я так понимаю, процесс строительства находится на стадии завершения. И скоро мы сможем побывать в этом интересном спортивном сооружении, развлечься, отдохнуть. Очень не терпится. Весь Новосибирск ждет открытия.
Аквапарк Новосибирска. Отсюда можно совершать прыжки в воду. Это новый аттракцион в нашем аквапарке. Давайте подойдем поближе и посмотрим, что это такое. В общем, завершаем мы нашу поездку. Смотрелись, прокатились, побалдели. Поедем домой, похаваем сначала, заедем в кафе. Вот. Заправим автомобиль, заедем на автомойку. В общем, увидимся через неделю. Да, да, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока.